тут. Надо что-то делать. Срочно.
Я вас так же ухлопаю, усекли? Да? Да. Не умирай, Джоэл. Наверх. Видишь леса? Выберемся по ним. Зараженные! И сзади тоже бегут. Сюда. Бегом, бегом, бегом! Они нас догоняют. Черт, сюда! Элли! Я в порядке, ты беги! Вон там окно открыто. Бежим! Почти выбрались. Залезай, я помогу. Дай мне руку. Элли! Подохла вроде. Элли. Элли, рука. Нет. Нет, нет, нет. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. Так, спокойно. Тихо. Чёрт! 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 Ты тут еще не все раздолбала. Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый — покончить со всем этим. Быстро, без боли.
Мне этот вариант не особо. Второй? Бороться? Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари. Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся за каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю. Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. А третий вариант? Прости. Вставай. Пойдем отсюда.